Предлагаю вам рецепт приготовления долмы в мультиварке Panasonic. Как известно, готовить в мультиварке зачастую куда проще, поэтому этот вид сладкой долмы я приготовила именно так. Чтобы приготовить долму в мультиварке Panasonic в домашних условиях, необходимо сначала приготовить начинку, потом завернуть ее в листья и приступить непосредственно к тушению. Досмотришим видео, и я предложу записать список ингредиентов. Мясной фарш кладем в миску, добавляем соль и перец. Рис отвариваем. Мелко нарезаем помытую зелень. Перемешиваем фарш, зелень и рис. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Кладем начинку в центр виноградного листа. Заворачиваем начинку в лист. Вот таким образом. Выкладываем долму слоями, между 3-4 слоем добавляем перца и выкладываем лавровый лист. Заливаем блюдо в чаше мультиварки водой или бульоном, накрываем все тарелкой и ставим таймер на режим тушения на 1,5 часа. Долма готова, по желанию, ее можно подавать с соусом. Вкусняшки, подписавшимся. А теперь ингредиенты. Фарш 1,5 килограмма, рис 1 килограмм, чеснок 5-6 зубчиков, свежая зелень 2 штуки, виноградные листья 100-150 штук, соль по вкусу, перец по вкусу, майоран по вкусу, пюре горошек по вкусу, лавровый лист по вкусу. Количество порций 3-4. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком. Подписываемся. Приятного аппетита, приходите еще.